Ждем Пута, блядь, в Dark Souls. Нет! Не ждем мы Пута в Dark Souls. Я хочу играть в Танки X. Блядь, я капитан этого стрима. Я король стрима, блядь. Не имеем права. Не имеем права мне указывать, во что я буду играть. Я не хочу ебаться в Dark Souls. Это сложно. Это сложно и это самое. И сложно очень. Мы идем играть в какую-нибудь хуйню. Я предупреждаю вас. Я больше не могу быть вашей марионеткой. Я всегда только хожу вам пятки, облизываю, блядь, что мы будем делать, во что играть, что смотреть. Хватит это терпеть. Пацаны, ну не бунтуйте. Ну, пацаны. Нахуй бунтуй, ну там же сложно. Там же непросто очень. Ну ладно, давайте чуть-чуть поиграю в Dark Souls, раз так это самое, чуть-чуть. Вот, ну а потом не Dark Souls, что-нибудь другое, можно? Пожалуйста, можно так вот? Спасибо. Игру, да, поменять, ладно. Ой, господи, сейчас поменяю. Папа тряпа, блядь, да. Папа тряпа. Ёбаный Dark Souls. Блядь, я сейчас сгорю здесь быстро. Я не настроен умирать. У меня сегодня нет настроения умирать. Так, меняем игру. Dark Souls. Dark Souls. Ага. Чё за хуйня? У меня что-то живот болит. Так, я вообще ебанусь скоро. Ага, ага. Вообще, где я? Давайте там, где там Twitch DJ этот ебаный. Только не добавляйте туда песен. Там достаточно уже. Так, ага, немножечко потише, вот так, оба, ой, который отправлял донаты, когда Пут засмеялся с вагиной, все норму, вместо памперсов деньги тебе, гол, все работы хороши, по Киевсе смотреть, я смотрел уже, там ничего такого интересного нет особо, где танки? Пацаны, я не знаю, блять, я обещал, что я пройду эту локацию нормально, действительно, а где факел? Я даже не знаю, как его туда, блять, запихать, нет, есть, как менять? Блять, пацаны, какую кнопку менять? Кто-нибудь мне поможет, кто-нибудь мне подскажет? В руках, блять, он не в руках у меня, да? Да в руке он у меня, а где он у меня? Прекрасно, стрелочки. Вот. Сука, тупик. Так, мне наверх, да? Что там, Ваканда? Я просто иду пиздиться с боссами. Народ за танки? Я тоже? Нет. Босс, все, я вспомнил где. Оба. Вот сюда, в дырку. Вагена. Так, погодите. Здесь сученые страшные твари обитают, я это помню. Сученые страшные твари, которые похожи на мухоловок, не варик, они отвратительные. Сука, этот инвиз еще при перекатах. Так, оба, чуть-чуть выпили, чуть-чуть припили. Так, что мы здесь имеем? Нахуй это нужно? Слушайте, ребят. Интересно, что дает этот суп? Сок из моих нахуй носок. Открой короткий путь. Ты мне спасибо, ты мне говоришь, открой. Ну открой. Ты это легко говоришь, так открой. Не получилось, здесь его нету. ХП дает, все понял. Гастрит, блядь, действительно. Что это за музыка? Меня сейчас разорвет на части. А, уёбки, все вспомнил, пацаны, здесь уёбки. Мы спокойно, блядь. Как-нибудь сейчас их минуем. Даже драться не буду с тобой. Ты вообще лох.
уебан. Ой, блядь, я испугался, как хуй пойми кто, как ребенок, как младенец, он меня напугал, представляешь? Что за хуйня происходит со мной? Я никогда в Dark Souls ни от чего не пугался. Отсутствует иллюзия. Нету так нету. Дерись, я не буду с ними драться. Иди куда, блядь? Приди мимо его комнаты, спустись по лестнице, ворота срез. Юсу, блядь, кто такой Юс? Вот честное слово, пацаны, блядь, 10 раз нахуй просили. Не подсказывайте. Подсказывать, это то же самое, что, блядь, это то же самое, что не знаю. Вот не вообще вот другое, не то же самое, вообще другое. Короче говоря, подсказывать лучше не подсказывать, потому что я же должен как-то игру проходить. Блять, вот то, что третий удар, блять, не хватает, надо замалывать. Ладно, ладно, подсказывайте, Юсус этот ебаный с коротким путем, он уже был или только будет? Юсуп. Подсказки равно моча. Мне дальше идти или назад идти? Давайте сразу. Не было, да? Будет впереди, все, хорошо. Все, ждем, все, идем. Сученый какой-то, блять, маг. Из-за того, что 3 удара, вообще неудобно. С 2 бы убивал. Собаки, собаки, суки. Немаркированные. Дай бан, пожалуйста. Подожди, твое время придет, братан. Не торопись, не лезь на рожон. Это кольцо, это пиздец. Убей, 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 блядь, убей мага в себе. Ага, о, помощь уже какая-то закралась. Вот это оно, да? Сука, идиот, это оно, да? Ай. Надеюсь, это оно, пацаны. Это оно? Блядь, вот эти страшные призраки, хуизраки. Читал вчерашние донаты? Да, я все вчерашние донаты прочитал. Все видео посмотрели. Хорошо, хорошо, вы говорите, что это срез. О, тут большой осколок титанита. Вы говорите, что это срез, но я не понимаю, как он работает. С первого костра, что ли? Прямо костер, подожди. Там церковь рядом, братик. Она нужна, да? Покажи кольца. Нет, сука, не покажу. Ты что, циан, что ли? Ладно, так, ой, блядь, ой, все плохо, куда мне заходить, в церковь заходить, наверх идти? Ой, Вась, какие-то уёбки! Вась, нихуёво это. Почему они, что это вообще такое? Это что-то очень странное. Направо, да? Это лево вообще-то. Ребят, мне в церковь, да? Нет, наверх, да? Нет, наверх, да? Ты здесь был. Я на самом деле понимаю, что здесь был, просто я нихуя уже не помню. Войс зайти все расписать? Нет, тут в том-то и дело, что я должен вести себя как дебил, поваляюсь в грязи. Угу. Угу. Ой, ёб твою мать. Ой, ёб твою мать, ты чё тут делаешь? Он издевается, что ли? С чего ты взял? Ты чё, охуел? Ты чё, блядь? Охуел? Кто это сделал вообще? Как это произошло? Назад! В церковь зайди! Всё, понял, иду в церковь. Назад так назад. Уже всю банку с мочой выпил. Уёбки, 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 уёбки. Сваливайте. Да назад, нет, не, да не туда, блядь, не туда, назад, опять назад. Охуеть, у него очень большая шпага его огненная. Пацаны, все, я понял, назад, вот сюда назад. А, так вы про этот костер, блядь, пацаны, ёб вашу, конечно, я про него знал. Нет, этот костер я в курсе был, что здесь стоит. Я думал, мне какой-то более удобный костер, который еще ближе. Да ну нахуй, ребят, ну чего в самом деле, нет, это, конечно, я знал, что есть. Так, ладно, что мы делаем дальше? Сука, я не хочу, я пошел, короче, исследовать мир. Что еще расскажешь? Все нормально, расскажи, что все нормально. В Багдаде все спокойно.
Тут есть какой-то подъем наверх, но мне очень интересно, что происходит в основной из церкви. Мне действительно интересно. Дебоса пизде. А как же локация? Я проебал всю локацию, получается. Сучий сын. Получи, блядь. Добей! Отлично. Как же мало стамины, я иногда хуею. Душа, душа. Ой, ой, тащит ты. Ой, блядь. Зачем я это сделал? Какого хуя вообще? Кто ты? Кто это делает? Покажись! Ты кто такой? Может, ты маньяк какой-то? С этой стороны не открыть, все понял. Все понял. Все, сука, понял. Ладно, он меня походу увидел, придется пиздиться. Говнарь. Я тебя разъебу, я тебя в натуре разъебу. Что это? Что это такое, блядь? Что за магия? Скверные. Давай. Давай. Залезь еще раз себе в рот. Пожалуйста. Это тёлка, кстати, ничего такая. Если тёлка, то ничего. Отлично, блядь. Не боюсь. Не это самое, не тоски, не совесть. Это сволочи. Похоже, блядь, на скрытый проход. Вам так не кажется? Определенно похоже. Кольцо власти над магией. К сожалению, самураю совершенно не подходит. Ага. Ага. Ни любви, ни тоски, ни жалости. Это сволочи. Громовой разноцвет, блядь. Так, тут, а как туда добраться? Ну, как-то можно же, наверное. Пойдем сюда. Здесь мы были, естественно. Пойду от церкви наверх. Еби его. Нет. Ну, в принципе, тут я побывал, там я побывал, все, меня ничего не интересует больше. Немножко, блядь, обидно за стамину или за урон. Все, погнали. Еби меня. Еби меня, еби. Ночью и днем. Жарким хуем. Что это за... Я здесь был, я вспомнил, я здесь был. Отлично. Не стоило. Не стоило оно того. Костер. Есть выход вниз. А, точно, точно. Тут какой-то сумасшедший. Да, тут ебун. Не то, чтобы я хотел с ним связываться. Куда идти, блядь, вниз? Или к сумасшедшему? Вот тут маг, блядь, стоит. Нахуй надо. Пацаны. В лифт идти? А, погоди. Я вспомнил, это вообще пройденная локация. Ой, блядь. Я вспомнил. Все, успокоились, я понял, блядь. Не пиздеть. Я давно не играл, сука, ну забыл, что это такое. Стоп, пиздешь на меня. Я что, виноват? Я что, виноват, что я дебил? Как вы можете еще смеяться над дебилами? Вон и босс, а вон и босс. А подняться к нему через что? А вот так к нему реально подняться? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Так, лифт. Лифт, блядь. Лифт. Лифт, отлично. Продолжаем путь. Да ну нахуй, ты что тут творишь? Что ты делаешь? Большой осколок. Поднимаемся. Поднимаемся. Не боимся.
Все, пацаны, все понял, вверх. Я не дебил. Если вы считаете, что я дебил, я не дебил. Я все знал, весь этот путь. Думал, вы мне лучше какой-то рассказываете. Этот путь я знал, конечно же. Так, ну вообще-то вниз можно прыгнуть. Там какие-то, блядь, прелести женские. Блядь, ладно. Вау, йоло. Отлично, большой осколок, еще один. Погнали. Следующего босса месяца на 4 хватит. Смотри, first try, блядь, босса я уничтожу. Понтифик даст мне просраться, я сейчас вам дам просраться. Вы зачем так говорите? Какого хрена, подожди, происходит? Не-не-не-не-не-не-не-не, какой, подожди, я даже до понтифика не дошел, чтобы меня так пиздили. Добиваю эту хуйню. Безногую. Ладно. Ладно, понтифик. Я его называю понтюфяк, если что, да? Чтобы вы понимали, кто я такой, кто он такой. Нахуй я вообще сюда спустился? Что, дебил, что ли? Там какой-то приз вроде на барабане. Внизу. Тихо! Пацаны, блядь, я к понтифику шел! Это что, вы не знаете понтифика? Мы, блядь, соседи. Блядь! Ладно. Понтюфика парировать можно. Нет, нет. Я не могу, братан. Я ходить здесь вменяемо не могу. Мне ходить сложно в этой игре. Ну, блядь, не получается. Ты говоришь парировать. Парировать. Вот вы все умные, блядь. Проходили эту игру. Наверняка в первый раз тоже сидели, блядь. Блять, что тут происходит, нихуя непонятно. А я, сука, это вы там, а я тут, блять, с какими-то обносками самого первого, блять, уровня игры. С какой-то ебаной катаной 15 сантиметров, честь держу. И вы меня еще оскорбляете, то что я не знаю, как в этой игре что. Ай-яй-яй-яй-яй. А потом вы ебываетесь в чате, типа, ага, да. Типа, блядь, какой ты тупой, не туда же идти надо. Конечно, ты же знаешь, куда идти надо. Ах вы. Блядь, бегали такие, сука, важные ферзи с самыми сильными, блядь, мечами в мире. Броню, наверное, интересную одели. Такую, блядь, расписную, с этими, с камнями, Сваровски, блядь. Конечно. Я единственный здесь настоящий. Я единственный здесь человек. Нахуй я опять сюда пришел. Все, не пиздеть на меня. Не имеете права. Бам. Понтюфяк, ты где? Мудила. Мудила, блядь, давай, я с тобой буду разбираться. Эта катана лучшая в игре. Да, но это катана, потому что их всего две, блядь. Наверняка есть мечи, с которыми попроще проходить. И вы все, блядь, до единого с этими мечами проходили. На которых, сука, две тычки. Изи вообще. Игра превращается в какой-то симулятор Рэмбо. О, нихуя, я сильнее стал. Это потому что фулл хп, скорее всего. Ага, ага. Все, погнал. Так, добрый вечер. Угу. Где танк X? А, ну, а где-то же есть? Я его без оружия прошел. Сука, вот. Слушай, что-то иди-ка ты нахуй. Если честно. Ну что? Понтюфяк Салливан. У тебя, блядь, имя еще такое клоунское, как будто ты из этого, блядь, из мультика Дисней Салливан. Как этот нахуй? Корпорация монстров. Да ну нахуй, подожди, не делай! Ты че такой резвый? Долбоеб совсем? И смотри, и этот танцует. И этот танцует. Погоди. Чё за хуйня? Прекрати, говно! Прекрати, говно! Как вы мне, блядь, предлагаете играть, сука, в Dark Souls? Сколько мне нужно убить времени, чтобы, нахуй, хотя бы раз ударить это чмо? Ой, и сейчас, блядь, вот потом, нахуй, через 10-й трай будут писать. Ты чё, в натуре дебил? Ты в натуре не можешь? Вот, конечно, сами-то с читерскими мечами, огромными, нахуй, толстыми мечами проходили. Никто не понимает, что я в обносках с маленькой катаной, тонкой, холодной, дрожащей катаной. Надо какую-то игру играть, в которой, блядь, я профессионал, чтобы все охуевали. В какой игре я профессионал? Дочки матери.
В какой игре я могу быть профессионалом? Чтоб вы такие, вау, Макс, ты такой крутой. Херстоун. Нет, я в Херстоун достаточно хуёво играю. В танках X? Ну и вас что-то особо не впечатляет, то, что я делаю в танках X. Так. Длина и толщина не главное, братан. Разуй глаза, это реальный мир. Здесь все обращают внимание только на длину и на толщину. Всем на остальное похуй, на эти попытки оправдаться. Так, просто пробегаем. Нас ничего не интересует. Мы к пантюфяку. Открой срез слева от босса, понял? Здесь, да? Не иди за мной! Не иди за мной! Открывай дверь! Открывай двери! Отлично! Все, срез готов. Оба! 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 Нихуя не понимаете вы, как жить эту жизнь. Ой, спасибо большое за подписку. Спасибо огромное всем за подписку, кто подписался. Коричневый звук тоже пиздец поставили. Очень... Вау, Макс, ты такой крутой. Спасибо, я знаю. Спасибо, я знаю. А где мои 6000? Я не подобрал их в прошлый раз, да? Я что, дебил? Фух. А схуя ли я крутой-то, ребят? Ну чё, говно, готов? Сука, да чё ж ты прыгаешь, как ёбнутый? Дай пойду, подожди, осмотрюсь. Чё у тебя тут есть вообще? Ага. Есть вариант съебать на месте? Нельзя, да? Странно. Не подходи, не подходи! Не подходи, говно! Не подходи ко мне, ну все, у меня вообще пиздец, он меня еще и выебал в углу, как будто я проститутка дешевая. А у меня теперь есть короткий срез. Отлично, у меня есть короткий срез. Танки X, пацаны, блядь, я не знаю, если я настолько задержался на, как его зовут, одень броню, вкачай катану, возьми щит. Ты, походу, не знаешь, как я играю. Ты, походу, не знаешь, кто я такой. Так, где там было это... ворота? Вот они, да? Так. Повыси сцену, а я так не повысил, да, с прошлого раза? Что-то много песен сказали. Нахуй, блять, вы мне нужны? Вообще не нужны, если разобраться. Сейчас повышу, да. Зайду только к боссу. Через туман. Короткая катана, короткий срез. А, снизь, пока не поздно. Секунду, я поменяю эти правила, а то в натуре там песен накидают. Хотя нет, песен немного, все нормально вроде. Не, нормально. Сейчас. Хотя нет, дохуя. Нет, действительно дохуя. Как-то надо сделать это интересным образом. Так, да. Вот так. Все, сохранить изменения. Все сохранено. Погнали. Ох ты, сучий сын. Я даже не знаю, как его ударить хоть раз. В какую сторону уклоняться? Вправо, влево, вперед. Что тут близко сверкало? Так, ты готов? Я готов. Бам! 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 Уебак, 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 уебась. Не трогай меня, не трогай меня, не трогай меня, не смеешь ты меня трогать, ты меня не смеешь. Я вообще не живой, я как живой, сука, но не живой. Ох, блядь, ладно, один раз я его ударил. Давай, сука, давай. Давай, сука, давай. Пиздос, не выдержал тайминги. Не бей три раза! Три раза никто не бьет, блядь, никто не бьет три раза. А, сука. Клон дрон и Dungeon Zor мы играли. Зон, да, мы играли.
У тебя урона не вкачано. К этому должно быть уже лучше. Ищи осколки. Погнали, блядь, у меня есть осколки. Погнали, вкачаем катану чуть-чуть. Отправиться. Так, сейчас мы где? Церковь Йоршки. Погнали, чуть вкачаем. Кенши, сука, попробуй. Да не буду, нахуй надо. Не хочу я кенши, честное слово. Ноль душ, блядь. А, у меня есть запасы. Дело не в катане. Нет в катане. Нет дела в катане. Сейчас посмотрим все. Душевные запасы, да-да-да. У меня они есть. Где они? Опа, опа. Не то, подожди. Да, нет то. Вальнир, блядь. Сколько мне? 5000 вообще хватит? Без щита ты... Блядь, я отказываюсь играть с щитом. Щит, нахуй, никакого самурая нету щита. С щитом играть нельзя. Черный клинок. Подожди. Чуть, блядь, не то не вкачал. Изысканная катана. Утигакатана. Что еще нужно? Еще два больших осколка титанита. Понял? Понял. Принесу. Постараюсь найти. В ДБД? Да, конечно, иди. Конечно, иди. Проведи хороший вечер. Immortal Redneck. Да, мне несколько раз про него говорили. Ты что, реально пройти его не можешь? Выйди нахуй. С вещами на выход со стрима. Отправиться. В церковь. Молиться, сука. Парируй кулаком, Вась. Да я не буду использовать ни парирование, ни щит. Конечно, блядь, с щитом просто этого босса пройти. Каждый, блядь, младенец, каждый первоклассник знает, что этого босса с щитом нехуй делать. Он просто... Щита уязвимый тип, блядь. Ну я-то самурай, а не хуй с горы. Нет, братан, ты походу... Тип говорит, ты в курсе, что в реале самураи ездили на... Сейчас, подожди. В реале самураи ездили на лошадях и стреляли из луков. Катану носили просто потому, что ну а хули. Братан, ты, конечно, ну, ты, типа, конечно, умный тип, но я умный-умный тип. И я смотрел хотя бы два аниме, где видел, что самураи ходят... Что за хуйня? А, мне не туда. Где самураи конкретно пиздятся на катанах. Вот прям на мече. За дебила меня не держи, так что, пожалуйста. Так. Так, сейчас... Подбираем, подняли. Я не знаю, как я с ним, блядь, буду драться. Надеюсь, секира, блядь, завтра меня порадует. Ой, пацаны говорят, что мне против тебя нужен сучий, сука, пистолет. Просто против тебя другое ничего не поможет. Ах, гандон. Ты в натуре ёбнутый. Ты в натуре ёбнутая крыса. Ты не понимаешь, что ты мутишь. 2-2, 2-8, сука, папиросим. Два удара я сделал. Один? Нет, один сделал. Говнида. Ты гнида и говно. Говнида, приветствуем тебя. Да ну нахуй. Как с ним драться? С щитом, да? Типа с щитом изи. Угу. Ага. Интересно, хотя нет, не особо, блядь. Хотя нет, да, нихуя не интересно. Вообще, блядь, не интересно. Уворачивайся в его меч. Понял, сейчас сделаем. Перекачайся в ловкость. Блядь, катана скейлится одинаково от силы и от ловкости. Нахуй давать советы, если ты даже не знаешь, что ты говоришь. Ух, сука, что куда я бегу? Может просто действительно взять и подкачать чуть-чуть, ну, мышцу, блядь, заднюю. Чуть-чуть нафармить душ, сделать себя немного ловчее, сильнее, и тогда я смогу. Да нихуя не смогу, блядь, я уворачиваться от него не могу, блядь. Причем тут урон? Урон вообще не работает. Пацаны, где, блядь, лежит мое... Добро. 4000.
Ага. Самураи использовали катану для показухи, а тати для боя. Тати, бля, какую-то хуйню тоже сказал. Кто какую тати? Кто такой тати? Придумал сам слово? Кружись вокруг понтифика, перекатывайся влево-вправо от ударов. Ага. Главное, не жадничай, не бойся. Твоя катана должна быть крепкой, не трястись и про... Как небеса, нихуя, ну давай попробуем. Понтифик, мне сказали крутиться вокруг тебя. Охуенно просто. Охуенно просто. Я накрутился, как юла. Дебил, ну дебил. Я не смог, короче, ну я не смог хорошо покрутиться. Лол, просто жми кнопки. А, у него три стадии, кстати. Бля, братан, у меня три стадии какой-то, блядь, умственной болезни. У меня третья, далекая уже стадия, у которой никого нет в этом мире. Называется совершенно дебильный. Есть дебильный, дебильный, вот просто дебильный. Дебильное слабоумие и совершенно дебильный. Вознесся до дебильности. Возвышенно дебильный, просто пиздец. Я никогда не пройду эту игру. Ну на стриме точно, на стриме точно. Рано перекатываешься, я тайминги не особо хорошо чувствую. Так, все дебил, да. Все дебил. Верховный бог дебилов, все дебил. Ладно, я готов. Я готов. Бам, перекатился. Кружусь вокруг тебя, укатываюсь в боки. В боки укатываюсь. Оба. В боки укатился, какие-то ебаные, непонятные. Подожди, не в ту... я труханул, начал назад сдавать. Блять, я его таймингов не знаю, нахуй. Я катаюсь как дурак. Я катаюсь как, сука, черти что, как мяч футбольный. Я не знаю таймингов, когда, куда он бьет. Ой, господи. Ты мангу читал, блять, про фусмино... Че там, я уже не вижу, про мангу. Про мангу, про самураев. Вплотную подойди и крутись. Ты знаешь, что может быть хуже понтифика? Два понтифика? У него рандомные удары? Стример не тупой, нет. Стример абсолютно умный. Ты знал, что по лору этого босса зовут Олег? Вот это лучшая информация, которая мне поможет его убить. Самоцвет. Братан, тут дело в том, что я сосу хуй, а не в самоцветах и заточенных катанах. Что я делаю опять, блядь? Чат читаю, не пойму, куда бегу. О, господи. Эстус в две руки. Пацаны. Чё, охуели? Чё, в натуре охуели? Нет, урон неплохой. Броню одевать не буду, я, блядь, самурай, напоминаю. Иди в пизду, честное слово. Понтифик. Понтифик Олег. Так всегда, просто дерись с ним и все. Со временем привыкнешь к таймингам. Вот, правильная, блядь, подсказка. Просто надо пиздиться, со временем привыкну к таймингам. Смотрите, один удар я уже делаю ему. Так, тихо, не убивай. Не убивай, говно, не убивай. Я не хочу драться. Я не злой. Ты злой, сука, ты злой. Ты че, ебанутый в натуре? Дай хотя бы отпить, блядь. Дай хотя бы отпить чуть-чуть. Я только пришел. Угостите. Эстусом. Пам! Дерьмо, блядь. Еще раз. Не-не-не-не-не-не. Да нахуй я от него... Я его боюсь подсознательно, поэтому от него уворачиваюсь. Надо на него. Охуенно. Охуенно. Пацаны, а можно я пойду в танки Икс? Пожалуйста. Олег Понтифич. Да. Пожалуйста. У меня болит желудок. Надо к врачу, не к врачу, сука, в аптеку сходить за какими-то таблетками. Сделаем небольшой перерыв между этим самым, между тем, как смотреть будем фильм у Алисона. Я сбегаю за таблетками. Так, пацаны, голосование. Да, кстати, да, Резидент. Когда как-нибудь добавлю игру, менять возможность, будет нормально. Стрим по Хардстоуну? Вот в Хардстоун бы я поиграл, блядь. А, там уже...
Блин, геймер, а дело в том, то, что мы не решили, что будет в голосовании. А, танки, да или нет? Ну, я-то нажму «да». Блять, ну, пацаны, там вон голосование, залетите, проголосуйте. Танки у нас, да или нет? У нас танки или нет? League of Legends. Блять, а почему бы нам из интереса... Сейчас, секунду. Почему бы нам из интереса не поиграть как-нибудь в какую-нибудь мобу? А? Уже даже не смурфик, уже что там, блядь, было? Радоваться или грустить? В доту горят. В авточес, да. Не, ну в доту я хуй знаю. Не, ну в принципе дота. Ну может лол тогда лучше, я не ебу. Нет, беременных 16 ждем пута, когда он освободится, будем досматривать. Это примерно через час будет. Через минут 40. Нет, хоц, хуёц, блядь, всё хуйня, всё хуета. Так, кто там наголосовал за танки? Нихуя, 500 голосов, 50% на 50%. Ребят, давайте тогда сейчас составим небольшой списочек игр, которых я могу сейчас запустить, и проголосуем ещё раз, но по-серьёзному. В какую игру я могу залететь сейчас? Ну или типа на YouTube, например. Сейчас вот все в кучу собрать. Сейчас еще раз понтифика разъебу быстренько. Оформлю понтифика целый день, уже 60 миллионов душ с него. Да, разъебываю, постоянно захожу. 5 минут, 5-6 минут на выбор, в принципе, могу его разъебать. Да, трахаю его в районе 5 минут. Сейчас еще раз сделаю. Секира? Секира пока нету. Секира пока рано. Что, блядь, произошло? Я даже не увидел, нахуй. Ты чё, ебан? Ты чё, в натуре придурок? Когда бить? Когда драться? Ты дерёшься в вечность. Два удара уже сделал. Ааа, блядь, не убивай, я же твой сын. Почему я это сказал? Прикиньте, я уже его разжалобить пытаюсь. Я же понимаю, что мне его на честных щах нихуя не победить. Я ему врать начал. Что угодно, но не доту, понял? Так, какие игры-то? Так, ну смотри, вот еще, да, сделаете? Еще сделаете одно голосование, давайте сделаем так. Угу.